Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот», в студии Оксана Антоненко. И Вадим Родионов. А помогает нам звукорежиссер Евгений Копейн. И прежде чем мы начнем, я напомню все каналы связи. Во-первых, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, а также пишите нам в видеочате на портале mixnews.lv. Все каналы связи работают. А в гостях у нас администратор Лепойского металлурга Харальд Велмерс. Добрый день. Добрый день. Давайте начнем с основного. Что на данный момент, на сегодняшний день представляет из себя Лепойский металлург? Насколько он работает, не работает, функционирует, не функционирует? Что там сейчас происходит? Лепойский металлург не работает. На сегодняшний день только происходит та работа, которая нужна для поддержки всех устройств и зданий и так далее. Так что работа никакая, как мы думаем, промышленная работа не происходит. Да. А насколько известно из сообщений СМИ, 1500 человек были сокращены. Сколько в итоге осталось? Примерно на сегодняшний день осталось 260 человек. И чем они занимаются? То есть большинство занимается поддержкой завода, то есть поддержкой всех всего оборудования, которое очень важно, и важно зимой, потому что надо все время следить за температурой, все время следить за техническими данными и состоянием. Но это в процессе, потому что никто никогда в Лепойском металлургом так не работал. Это очень важно и очень, ну, такая кропотливая работа. А какие зарплаты получают оставшиеся сотрудники? То есть те же, которые они получали до этого, или все-таки какие-то сокращения были? Ну, точно могу сказать, не те, которые зарплаты они получали до в то время, когда завод работал, потому что завод не работает, конечно. Но, ну, со всеми есть трудовые договора, есть соглашения, так что если они работают, какие-то. То есть зарплату получают без задержек, да? Ну, зарплату получают, да, по таким условиям, как у нас сегодня есть договоренность с рабочим. А какова средняя зарплата сегодня сотрудника Лепойского металлурга? Ну, примерно 100, 200, 300, 500. Ну, наверняка на этот вопрос я сегодня не отвечу. А что случилось с теми 1500 людей, которые были сокращены? Известна ли вам их судьба? Ну, конечно, мне неизвестна судьба каждого рабочего, который был уволен, но знаю то, что большинство из них ждут, когда можно будет возвратиться обратно на завод. И, конечно, они ждут какие-то решения, какие-то позитивные последствия, наверное, покупателя, который восстановит работу. Насколько вероятно, что они смогут вернуться обратно? Я свою работу делаю всю, цель которой есть восстановление работы завода, то есть продажи. Цель которой есть восстановление работ завода. Так что. Насколько нам известно, если человек попадает на биржу труда, соответственно, в госагентство занятости, он получает те деньги, которые рассчитываются из той зарплаты, которая у него была легальной, то есть облагалась социальным налогом. Известно ли вам о том, что, возможно, была какая-то разница между тем, что сотрудники металлурга получали реально, и тем, что они получали на бумаге? Нет, такой информации у меня нету. Насколько знаю, Лепойский металлург всю зарплату официально платил, там не было никакого, если вы подразумеваете какие-то конверты. Нет, там ничего такого не было. И заработные зарплаты работникам Лепойского металлурга были конкурентоспособны очень в Лепое точно. Я даже скажу, в Риге. А сколько получали сотрудники Лепойского металлурга? Ну, конкурентоспособная зарплата, это, ну, хотя бы примерно сколько? Там работало почти 2000 работников, и у каждого заработная плата была зависела от того, что он делает, какие его обязанности и так далее. Так что здесь назвать какую-то зарплату будет. А скажите, на ваш взгляд, имеет ли смысл для тех 1500 людей сидеть и ждать, пока металлург возобновит работу? Или, в принципе, уже имеет смысл искать что-то за пределами Латвии или в других городах, или в других странах поближе? Ну, я не буду советником этих людей.
Я еще раз повторюсь только то, что моя работа, цель моей работы – это восстановить завод. И, то есть, и при этом дать возможность возвратиться. Но дальнейшее как бы их решение. Что касается интереса со стороны потенциальных инвесторов, насколько он велик, кто интересуется заводом? Интерес есть. Пока официальный процесс продажи не начался, поскольку есть еще срок подачи возражения на выработанный план. Но как только будет возможна продажа, начинать процесс продажи, тогда будет уже какие-то официальные предложения с потенциальных инвесторов или покупателей. Если вернуться на пару слов к сотрудникам завода, насколько я, опять же, понимаю из общественно доступной информации, некоторые сотрудники завода пытаются судиться то ли с металлургом, то ли с вами лично, потому что их вроде как уволили задним числом. Что там было за история? Ну, со мной лично наверняка нет. Это споры с металлургами, которые представляю я как администратор, конечно. Да, есть работник, который оспаривает. Ну, здесь юридические нюансы. Я считаю, что я все, ну, то, что я делал по увольнению, делал все по закону неплатежеспособности. Конечно, это мне намного отличается процедура от нормальной процедуры увольнения, ну, нормально работающим заводом неплатежеспособности. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира, звоните, также пишите нам на портале mixnews.lv, видеочат работает. Также в общественном пространстве звучали предложения о том, что, возможно, может быть, можно было бы как-то возобновить работу завода сейчас, я имею в виду производство. То есть какая разница, условно, кому он принадлежит, можно же заниматься тем же, чем занимался завод до этого. А с юридической и практической точки зрения это возможно? Люди, есть имущество, которое может выполнять свои основные задачи. То есть почему, собственно говоря, его не запустить сейчас? Ну, конечно, это... не было бы возможности сделать средствами, которые есть у металлурга, потому что средства таких нету. То есть здесь надо оборотные средства, это в очень больших суммах. Так что, как Липецкий металлург сам производственно на сегодняшний день делать, ну, не может. Просто нету финансов, поэтому есть неплатежеспособность, поскольку он не может. Но со своей стороны ведь государство каждый день вкладывает, насколько я понимаю, государство деньги на отопление, на электричество, на газ или еще на что-то. На поддержание заводов. Поддержание, но это не государство, это обеспеченные кредиторы на сегодняшний день. Но среди это, которых но, есть и государство. Но, или госпредприятие. Да, но здесь надо понять, что это не деньги, которые просто каким-то образом отданы металлургу, это деньги, которые... потом возвращаться с продажи. В общем, это растущие долги, скажем так. Это не долги, это как бы, ну, в каком-то мере, это финансирование. Это то, что пока нет у завода самого денег, финансируют, например, кредиторы, а потом при продаже они сперва, ну, в этом случае сперва возвращают сумму, которую они как бы финансировали. Это возвратиться с тех денег и средств, которые получили при продаже. Так. А если металлург возобновит работу, то в каком объеме это должно быть для того, чтобы завод был рентабельным? Наверняка это как-то просчитывалось, подсчитывалось хотя бы для того, чтобы составить предложение потенциальным покупателям. Вот если он восстановит работу, то какова минимальный объем производства и сколько человек там может быть занято? Для того, чтобы вообще покупка имела смысл? Здесь... этот вопрос так нельзя ответить на его, нельзя будет очень коротко, поскольку это вообще бизнес-план каждого покупателя. И это, здесь зависит от того, какие планы и что от завода, ну, посчитает нужным сам инвестор или покупатель. Ну, конечно, здесь надо иметь в виду, что те издержки, которые были у завода, они... слишком большие были. Здесь надо и думать по рабочим. Такое количество рабочих наверняка, но в нормальных заводах, которые, например, в Европе, намного меньше, до тысячи людей, ну, примерно.
Но здесь это все зависит от покупателя. Здесь я не судья, и я не могу им давать предложение. Но есть какой-то порог рентабельности, допустим, ниже которого покупать смысла нет. Это все зависит от покупателя. Он должен сам все подсчитывать и видеть, какой... От этого будет зависеть его предложение, как он видит свою рентабельность, и от этого будет зависеть его предложение. Хорошо, а может ли покупатель приобрести завод или имущество, которое сейчас остается от завода, с какой-то целью, кроме как возобновления производства? Ну, можно, допустим, вот это имущество, не знаю, распродать, увести и продать, сделать что-нибудь, кроме как восстановить работу металлурга? Нету такой... В моем плане нету такой возможности. На сегодняшний день план состоит из того, чтобы продать предприятие как работающее, то есть со всем оборудованием, с недвижимостью и так далее, чтобы можно на следующий день после, ну я так очень, может, коротко говорю, но чтобы быстро можно было возобновить работу. Так что на сегодняшний день идеи о каких-то, как вы говорите, продаже раздельно нету. Ну, подождите, есть же масса историй. К примеру, санаторий Кемери тоже продавали инвесторам с той целью, чтобы он функционировал как гостиница. Тем не менее, прошло 20 лет, а санаторий никак не функционирует. То есть, есть ваши планы, есть со своей стороны планы инвестора. Будет ли у них какая-то юридическая и физическая возможность сделать что-то помимо того, что вы им рекомендуете? Ну, во-первых, здесь, если вы видели план продажи, тогда здесь предусмотрено и также рассмотрение всех предложений инвестора и также планы его деятельности. В интересах кредиторов, в интересах государства, и также Лепы, то, чтобы завод работал как завод. Я понимаю, но может ли кредитор со своей стороны, покупатель со своей стороны вас, условно говоря, кинуть? И вас, и государство, и Лепы, юридически? Или его потом можно призвать к ответственности, или как? Это... У нас на глазах пример Кемери, опять же. Даже юридически, если все сделано прекрасно, можно кто-то кого-то кинуть, да. Но это уже другой вопрос и другая ответственность. Ну, я тут такие спекуляции наверняка. Ну, есть какой-то вот четко проработанный механизм защиты? Во-первых, вопрос, как... Ну, это все механизм будет предусмотрен в процессе продаж. То есть в процессе аналитики каждого покупателя потенциального о том, какие его финансовые возможности, какие его бизнес-планы. Это все будет рассмотрено и как бы, ну... Давайте продолжим этот разговор сразу после выпуска новостей и рекламы. Не переключайтесь, мы скоро вернемся. На Болткоме «Разворот». Ну, мы продолжаем. Это программа «Разворот», студия Оксана Антоненко. И Вадим Родионов. Помогает нам звукорежиссер Евгений Копейный. Прежде чем мы продолжим, я напомню, телефоны прямого эфира. Присоединяйтесь 672-12-93-9 и 672-13-93-9. А также пишите нам в видеочате на портале mixus.ly. А я напомню, что в гостях у нас администратор Лепойского металлурга Харальд Уэлморс. То есть человек, который, собственно, отвечает за деятельность и продажу металлургического предприятия. Добрый день еще раз. Добрый. Хотелось бы закончить тот разговор, который мы начали до выпуска новостей, относительно того, кому и за сколько, и с какими гарантиями будет продан металлург, или, точнее, имущество завода. Много ведь говорят в общественном пространстве о том, что не исключена вероятность, когда придет какой-нибудь конкурент, допустим, из этого же региона, такое же металлургическое предприятие, купит Лепойский металлург, точнее, то, что от него остается, для того, чтобы его потом закрыть, то есть таким образом уничтожить конкурента. Есть ли где-нибудь какая-нибудь гарантия, что этого не произойдет? Может быть, таким образом составляются договоры, или есть латвийское законодательство? Вот как предотвратить подобный сценарий? Ну, я считаю, что мой выбранный план продажи или процесс продажи, то есть международный процесс продажи, в котором присутствует большое количество предприятий в этой отрасли, здесь такая возможность довольно исключена. Потому что здесь будет не только цена важна, здесь будет важен и план, бизнес-план самого потенциального покупателя. Здесь
важно будет его финансовое состояние, чтобы он мог гарантировать возможность работы. И так далее. Здесь моя выбранная процедура продажи, я думаю, что исключает такие возможности. Латвийские законы допускают привлечение к ответственности инвестора, если, допустим, он этот бизнес-план не выполняет. Ну, вот он пишет в бизнес-плане, завод будет работать, наймем определенное количество сотрудников, как, допустим, с санаторием Кемере, а на деле ничего подобного не происходит. Можно как-то привлечь такого инвестора? Ну, я сейчас не готов вам ответить на вопрос, что предусмотрено по законодательству, если здесь нету какого-то криминального умысла и так далее. Здесь большинство все будет зависеть от договора, да. Ну, конечно, понять то, что если продается завод, договор продажи, купил, должен ты как свои обязательства выполнить по договору. Ну, это будет обязанность по договору, наверняка. И, соответственно, нарушение, несоблюдение бизнес-плана будет считаться нарушением этого договора. Ну, конечно, да. Давайте примем звонок. Здравствуйте, одевайте наушники. Добрый день. Добрый. Такой говорит. Вопрос интересный. Вот смотришь на администраторов, на их деятельность издалека, кажется, что это нормальные простые бизнесмены, потому что ни для кого не секрет, что их цель – это заработать. Да? С другой стороны, вот сейчас поднялся вопрос о том, чтобы приравнять их к чиновникам, потому что связь между администратором, извините, и властью, и особенно политикой, она однозначно просматривается. И вот у меня к вам такой вопрос. Если все-таки в самом деле у вас задача, как у всех нормальных предпринимателей, заработать, вот при каких обстоятельствах, например, принимая к ликвидации какой-то объект, вы можете обанкротиться? Сможете вы вообще в результате своей деятельности прийти к банкротству или понести какие-нибудь, значит, после этого экономические санкции, если вы не выполнили, значит, вот поставленную задачу? Вы имеете в виду конкретно администратора или предприятие, которое да, он администрирует? Администратора, который лично вот, фирма, который... Да, не лично, я имею в виду, за администратором же стоит, извините, коллектив какой-то, да, он же оперирует какими-то ресурсами. Да, вопрос... Ваша деятельность связана с рисками? Конечно, мой риск очень большой, потому что администратор лично ответственен за свою деятельность, за свои решения и так далее. И поэтому у меня также есть ЦЛТСК, брошь наша. Страховка, да. Гражданская страховка от гражданской ответственности. Что касается бизнес-плана, ну, не знаю, как можно назвать, что это администратор-бизнесмен. Конечно, мы работаем, администратор работает на процесс, и его, вся деятельность как бы связана с того, что чем больше заработать, то есть получить деньги для кредиторов, обеспечить. От этого зависит наше вознаграждение. Да. То есть вы зарабатываете условно на проценте от той суммы, за которую продается имущество. Да. И не то, что за которое продается имущество, а деньги, за которые мы возвращаем кредиторам. А то есть, соответственно, если имущество продать не получается или не получается долгое время, вы ничего не получаете? Пока нет. Они продаются, да. По поводу кредиторов, насколько я понимаю, сумма, за которую вы планируете продать имущество Лепойского металлурга, составляет что-то около 115 или 120 миллионов, в то время как требования кредиторов вроде как бы 190 миллионов. Правильно я понимаю? То есть покрыть все требования кредиторов, среди которых есть и государственные предприятия, не получится? Ну, здесь я хочу немного исправить, поскольку на сегодняшний день я неоднократно уже говорил, я про цену продажи и про цену объекта вообще не говорю. И то, что в этом случае, это тоже спекуляция, что говорить, какая будет цена продажи, потому что это зависит от предложений, от процесса продажи. И в конце от
от соглашения с покупателем. Так, но, что... так или иначе, кредиторам, насколько я понимаю, нужно отдать 190 миллионов. Ну, если вы правильно... Я сейчас не готов сразу... По крайней мере, такие цифры фигурировали в общественном пространстве. Да, если... Хорошо, Наверняка я сразу не отвечу. Так или иначе, да. Каков порядок, если, к примеру, тех денег, за которые вы продадите имущество Липецкого Металлурга, на всех кредиторов не хватит, в каком порядке они эти деньги получают? То есть кто первый, акционеры или государство, госпредприятие, госкасса, которая выплатила кредит? Сперва получает обратно государство, то есть агентура, которая выплатила из гарантийного фонда деньги работникам, а потом уже все выплаты работникам по их невыплаченной части работы, заработная плата. Да. А потом? Потом налоги и, соответственно, все остальные кредиторы, которые подали в срок свои кредиторские требования. А среди кредиторов, которые могут остаться без своих денег, например, кто может быть? Выплата, в принципе, по закону предусмотрена пропорционально, то есть кредиторам, остальным кредиторам пропорционально. Так что и в самом конце стоят те, которые не подали свои заявки в срок. Пропорционально. Ну, условно говоря, если госкасса в свое время выплатила кредит за Липецкий Металлург в размере 60 миллионов, а на то, чтобы выплатить деньги всем кредиторам, остается, к примеру, 100 миллионов, то, соответственно, государство получает там свои 10-20. Государство обеспеченный кредитор. То, что обеспеченные кредиторы получают деньги в размере, которое получено при продаже заложенного имущества. То есть сперва, если продается заложенное имущество, все деньги получают обеспеченный, который у вас заложено имущество, кредитор. То есть государство свои 60 миллионов получит в любом случае? Ну, надеюсь, да. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефоны прямого эфира. Присоединяйтесь, также пишите нам в видеочате на портале mixnews.lv. Звонок у нас только что был, сорвался, но я надеюсь, что все-таки наш радиослушатель снова позвонит, и он позвонил. Здравствуйте. Здравствуйте, а у меня такой вопрос. Возможно ли получение оплаты администратором только после того, как будет возобновлена деятельность завода после продажи? Вот только после того, как завод возобновит свою деятельность, какая-то часть от общей оплаты администратору поступит администратору? Спасибо. Привязано ли ваше вознаграждение к выполнению того же бизнес-плана и того же договора, который заключается с покупателем? Вознаграждение, оно связано с продажей. То есть, если есть продажа, получение при продаже деньги, тогда есть вознаграждение. То есть, это никаким образом не зависит от того, что потом происходит на предприятии? Это все зависит от администратора, насколько продлевается процесс неплатоспособности. Я как администратор являюсь до того, как процесс неплатоспособности есть. Если он закончен, выключен из регистра самого предприятия, тогда и мои уполномочия заканчиваются. Насколько, на ваш взгляд, проработана система законодательства в сфере администрирования предприятий? Еще раз. Ну вот то, чем вы занимаетесь, насколько это законодательно проработано, вот эта сфера, ну, ваши функции и так далее? Здесь это наверняка другая тема и довольно... Но приходится сталкиваться с какими-то препонами, трудностями вот именно конечно, да, законодательного плана. Потому что, я считаю, закон неплатоспособности очень много недостатков, и я это чувствую и в этом процессе. И здесь можно долго и очень долго говорить про это, но и также могу сказать, что закон не предусматривает таким процессом, как этот, то есть большим процессами с большим количеством работников, кредиторов, с возможностью продажи, с ответственностью. Это долгий, мне кажется, совсем другая тема. То есть получается, что история с Липецким Металлургом, она в каком-то смысле беспрецедентная для Латвии? Ну, думаю, да.
Что касается лобби администраторов, об этом много тоже говорят и пишут. Якобы министр Борданс ушел в отставку тоже в связи с именно с этим делом. Существует что-то такое? Ну, это наверняка можно, надо спрашивать тем, которые это говорят. Я лично сам являюсь и в Совете Ассоциации администраторов. И, ну, каждая профессия хочет каким-то образом, ну, себя поддерживать. Но чтобы это... это надо наверняка спрашивать тому предыдущему министру, если он говорит про лобби. Я сам такого не чувствую. И работаю... Ну, по своему усмотрению. По поводу приравнивания администраторов к чиновникам, что в таком случае лично вы потеряете или приобретете? То есть вам это выгодно или невыгодно? Если честно, я не очень понимаю логику, и я считаю, что это только затруднит сами процессы. Если я бы считался чиновником в процессе Лепаевской металлурги, я считаю, здесь было бы большие проблемы. Также, если мы говорим о эластичности продажи, чтобы смотреть вот то, что вы спрашивали, как смотреть по покупателю, насколько его финансовое состояние способно там, в дальнейшем обеспечить работу, да, и так далее, и так далее. Я думаю, что здесь какого-то... Ну, лично я считаю, что в процессе неплатежеспособность администратор никаким образом, ну, не может быть. Ну, это только затруднит, как бы, работу и способность нормально вести процесс. Потому что здесь не сказано, если... Администратор, надзор над администратором, очень, мне кажется, такого нету ни одной профессии. У нас суд, у нас МАКСАДНСПС администрация, у нас также ассоциации, которые все, также и полиция, и так далее, и так далее. Надзор над нами, ну, такой, как ни у одной профессии. А если администраторов приравнивают к чиновникам, то надзор появляется еще с какой стороны дополнительно? То есть это со стороны политиков, со стороны министерств? Я думаю, здесь возможно и говорить о том, что здесь как бы надзор политиков может быть намного больше, но это только мое личное мнение. А вы сейчас ощущаете какое-то давление со стороны политиков, политических партий, правительства, может быть? Абсолютно нет. Абсолютно нет, потому что процесс неплатежеспособности и в этом Лепаевской металлургии, здесь большое количество кредиторов. И не только государство со своим иском. Здесь и банки, и другие сотрудники, партнеры, которые до сих пор были у Лепаевской металлурга. И поэтому и говорить, что здесь процесс неплатежеспособности администратору быть чиновником, нету никакой логики. Скажите, а насколько выбор потенциального покупателя зависит вот от вашего личного мнения? Ну, план вырабатываю я. И план основан на мой взгляд. И, конечно, я ее должен, этот свой взгляд и план, согласовать с кредиторами. Это сейчас происходит. Так что сам процесс и исходит из моего мнения. Да, но в конечном итоге решение о том, кто будет покупателем Лепаевского металлурга, принимаете лично вы или все вместе кредиторы, среди которых есть и госструктуры? Продать кому? Ну, здесь и процесс продажи является частью плана выработанного. И здесь, конечно, должно быть... соглашение обеспеченных кредиторов и также соглашение других кредиторов.
Ну, в конце концов, конечно, решение о продаже принимает администратор. На ваш взгляд, потенциальный покупатель в идеале должен быть каким? То есть это металлургическое предприятие, которое знает, как работать в этой сфере, но, может быть, является конкурентом? Или это просто инвестор с большим запасом ресурсов, который может деньги в металлург вкладывать? То есть кого вы видите в качестве идеального потенциального покупателя? Ну, здесь наверняка большинство предприятий, которые как бы являются потенциальными покупателями и были каким-то образом конкурентами Лепайскому металлургу до сих пор. Но я вижу такое предприятие, которое может не короткосрочно, но долгосрочно обеспечить работу металлургического завода. Это и есть главная цель. На ваш взгляд, оно должно быть с востока, запада или, в принципе, значения не имеет? Ну, для меня значения не имеет. А кто больше, кстати, интересовался вот на неофициальном уровне? Понятно, что, может быть, нельзя называть компании, но, тем не менее, страны, которые они представляют. Можете обозначить? Есть и с России, есть и с Европы. Так что, я говорю, процесс еще не начался, но есть уже потенциальные интересы со всех сторон. А как этот потенциальный интерес проявляется? То есть они пишут, они звонят, они через пишут, какие-то контакты? Они пишут через контакты. Через Facebook-то? Нет? Ну, я сам не в Фейсбуке, конечно, наверняка там не получится. Хорошо, когда может быть продан Лепайский металлург и когда он может возобновить работу? Насколько я понимаю, по закону договор должен быть подписан через полгода после решения суда о неплатежеспособности, то есть если считать с 12 ноября, соответственно, сколько у нас 3 месяца, наверное, остается. Вы неоднократно заявляли в публичном пространстве о том, что времени не хватит для того, чтобы найти качественного покупателя, который вроде как мог бы обеспечить полноценную работу завода. Так когда в итоге может быть продано предприятие и насколько вам закон разрешает затягиваться этими процессами? Ну, я не хочу говорить затягивать. Я считаю, ну, если закон говорит 6 месяцев с неплатоспособностью должна быть произведена продажа, тогда, конечно, если смотря с сегодняшнего дня, это где-то 3,5 месяца еще осталось. Для процесса нормального, произвести нормальный процесс продажи, этот срок, конечно, очень короткий. Я должен спрашивать кредиторам разрешение на продление процесса. Сам я вижу, что летом должно появиться последний уже потенциальный покупатель, с которым уже ведется переговоры, заключение договора. А почему он может появиться именно летом? Ну, это такая моя цель. Потому что я считаю, что это будет довольно... Ну, это уже будет срок, которым можно будет дойти до последнего реального покупателя, с которым... То есть у вас уже есть один конкретный покупатель, нет, с которым ведутся переговоры, и который летом... До лета еще время много. Я говорю о том, что надо произвести сначала весь процесс, и я надеюсь, что летом уже будет процесс с последним тем реальным покупателем, с которым производятся разговоры по договору. То есть вы себе поставили определенный срок? Ну, вот конечно, для себя. Да. Давайте звонок примем под занавес эфира. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. А вот назовите хотя бы один удачный пример продажи государственного предприятия. Ведь ничего уж продать не можете. Ни Airbaltic, ни Цитаделла и так далее. Хоть одно назовите, что продали. Спасибо. Это наверняка вопрос не ко мне, поскольку я ни одного государственного предприятия не продавал. Ну, если со стороны посмотреть. Лепайский металлург не государственное предприятие. Может быть, имеется в виду какие-нибудь примеры удачной продажи предприятия, которое попало в ведение администратора неплатежеспособности после процедуры банкротства, более или менее, скажем так, масштабного предприятия? В процессах неплатежеспособности? Что, например, было продано и сейчас успешно функционирует? Хотя бы в вашей личной практике. Также есть слепая... предприятие, которое я на русском, наверное, Elevators, которое с
Есть, и, если честно, много таких вообще в процессах неплатоспособных, и у других администраторов есть много таких. Поскольку если было бы так, что все процессы оканчивались с больничной ликвидацией, но тогда здесь у нас ничего не было. Так что это зависит, конечно, все зависит от конкретной ситуации. Если говорить по ЛЕПе, тогда по ЛЕПовскому металлургу. И я вижу, что этот процесс возможен произвести очень хорошо. Ну что ж, на этой оптимистической ноте мы сегодня закончим нашу программу. Это была программа «Разворот». В студии работали Оксана Таненко и Вадим Родионов. А в гостях у нас был администратор Лепойского металлурга Харальд Велмерс. Спасибо, что пришли. Спасибо. Мы с вами не прощаемся. Вечером встретимся в программе «Voice Control». До встречи.